Свыше 1 тонны гуманитарной помощи собрали алматинцы, пострадавшим от наводнения. Добровольцы целыми сумками приносят пожертвования в специальный штаб. Он работает с 29 марта. Волонтеры призывают всех откликнуться и помочь соотечественникам в трудной ситуации. Волонтерский штаб работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. В нем задействованы порядка 50 добровольцев. При необходимости они также готовы выехать в регионы для оказания помощи пострадавшим от наводнений. Штаб у нас расположен на базе комиссии Центра Алмалинского района. Здесь мы принимаем вещи по определенному перечню необходимых вещей. Продукты первой необходимости, которые хватает на долгий срок, удобны в использовании. Это консервы, сушки, чай. Помимо этого у нас есть большой спрос на хозтовары, матрасы, одеяла, фонарики, пауэрбэнки, генераторы и многое другое. Ну и также средства гигиены. Не остался в стороне коллектив телеканала «Алматы». Для помощи пострадавшим регионам мы с коллегами собрали самое необходимое. Продукты питания, теплую одежду, постельные принадлежности, хозяйственные товары, гигиенические средства и другие предметы первой необходимости. В сборе гуманитарного груза активное участие приняли и предприниматели рынка «Жулдыз».